Гродно выбирали самую красивую девушку. Мы отправились за кулисы шоу в поисках настоящих эмоций. А сколько вы можете вот на высоких каблуках выходить? Балетмейстер Валентина Шуповалова знает, как сделать так, чтобы на 15-сантиметровых шпильках девушки не ходили, а буквально плавали по сцене. Балансировка. Поставьте ноги на ширине плеч, да, и почувствуйте, что ваш корпус между двух стоп. И вы всегда, вот даже вот вы хотите, например, что-то делать, вы должны все время ощущать вот этот баланс. В жюри известные люди в индустрии моды со своим мнением и, конечно, подарками. Например, миссис Вселенная Светлана Круг подарила каждой конкурсантке золотое кольцо в виде короны. Все зависит от наших мужчин. Если мужчины нам делают комплименты, говорят каждый день, то, я думаю, для любого мужчины его женщина первая миссис Вселенная. Многие парни с такими яркими девушками зачастую боятся знакомиться на улице. Это возможно, я не кусаюсь, мне может подойти познакомиться, пообщаться. Как бы вы познакомились с девушкой, которая стала мисс Гродно? Вот как бы вы к ней подошли? Ну, не знаю, нормально. Титулов и призов раздали много. Участнице конкурса Елизавете Шипуте предложили быть лицом Беларуси на конкурсе «Супермодель Вселенная-2016». И, наконец, главная интрига. Мисс Гродно стала девушка под номером 7. Шоу длилось 6 часов. Мы очень устали, а девушки по-прежнему улыбались и вели себя спокойно и расслабленно. Оказалось, они не только красивые, но и очень стойкие.